Ну что, ребят, всем здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Dead Space 2. Вот, закончили с вами на первом этаже, как вы знаете, мы там закончили. Вот, я думал, что я записываю, а в итоге нет. Ну, конечно, ничего интересного не было, просто подошел, активировал лифт, зажался вот с этими, блядь, челиками, блядь, на верстаке. Прокачал на еще одну ветку дальше, типа пустую, X, ну, снаряжение наше, и все. И здесь я подошел, мужик сказал, типа, вот, если ты даже сейчас активируешь обратно питание, ты отсюда не выберешься, типа. Типа, сдавайся, я такой, ну, сам сдавайся, вот, и все, там лут был, все, так что так. Так что, ребят, Саша, подумай, надевайте бледик обязательно, при аппетиту кушать, прям чипить кофе или пить авды, при этом просмотра. Если не видел прошлой серии, ссылочка в описании на плейлист находится, да, с полным прошедшим первой части Dead Space и второй. Сверху справа подсказочки на прошлую серию и на плейлист с полным прохождением данной игры. Приятного просмотра, ребята, мы продолжаем проходить данную игру. О, привет! Ну, это, конечно, подстава, блядь, была. Честное слово. Версут просто, блядь, посмотрел. Вот, и никто не записывался. Нет, такой, ну хуя. Ну там, для нас еще такого важного, ребят, не было. Особо. Система жизнеобеспечения выключена. Сало бибу. Видишь, мешает, не дает пройти нам. Следить за нами еще, блядь, ебануешься, блядь. Мешает, мешает, видишь, не дает пройти. Ну, блядь, вот это нахуй. Следит за нами и не дает пройти. Все понятно, блядь. Сдавайся, еще сказал нам, блядь. Сосет он, блядь. Пусть сначала он делается. Ну, да я не буду сдаваться, но вот, блядь, не был. Посетитель без допуска. Главный сервер. Иди на! Компьютер, нахуй. Говорит директор Тейтман. Немедленно отключить все функции солнечного кластера. Инициирована блокировка системы. Блокировка системы завершена. Мне очень жаль, Кларк. Знаю, чего ты добиваешься, и я не могу тебе этого позволить. Слишком многое поставлено на кон. Посетитель без допуска. Главный сервер. Авторизированный доступ к главному серверу является нарушением гражданского кодекса станции «Читан». Верните панель на места и отойдите от щитков. Здесь мы вроде все отключили, да? Да, здесь вроде все отключили. Поехали дальше. Thank you.
Посетитель без допуска. Главный сервер. Посетитель без допуска. Главный сервер. Можно было сделать в итоге-то, да? Я думал, босс вытащит, но ладно. Я думал, просто вытащит нужно, и все. Вытащит, ну, то есть, тема. Посетитель без допуска. Главный сервер. Да иди нахуй, нахуй. Же вообще похуй, да, как? А, вот, смотри, они зелененькие должны гореть. Блядь. Посетитель без допуска. Главный сервер. Хорошо. Значит, я вдвойне тупанул. Ну как тупанул? Просто, блядь, не знал, блядь. Ничего страшного, блядь. Ну это вообще, ну знаете, это даже, ну вот. Не так важно было, что, ну, я же сделал. В итоге ты сделал как нужно, но у нас не сделал. Нужно. Сделал, сделал. О. Посетитель без допуска. Главный сервер. Да все, иди в пизду, блядь. Да, блядь. Внимание! Электрозащита главного сервера отключена. Соблюдайте осторожность. И снова туда и башусь. Внимание! Вы нарушаете множество статей Гражданского кодекса станции Титан. Немедленно отойдите от техники. Нет, не отойду. Мой вентилятор, компьютер, я еще в компьютере лазю, ебаный, бля. Ебаный, прикинь, в компьютере лазю, вон, смотри. Смотри, хуяк, я в компьютер пошел залез, смотрю. Оп, ну все, блядь, ну все нахуй. Я думаю, что за зеленые точечки? Это, бля, вот там, подсветочка, прикинь. LED, RGB подсветка, ебаный рот, блядь. Ладно, LED подсветка. Содержимое главного сервера под угрозой. Служба безопасности оповещена.
главного сервера крайне уязвимы. Пожалуйста, отойдите. Повреждение схем приведет к сбоям в работе программ. Ради вашей безопасности отойдите от схем. О, блядь! Ладно, хорошо. Я просто не мог этого ожидать. Так. Автоматические функции отключены. Блокировка отключена. Ну все, машина. Станция полностью переведена на режим ручного управления. Отключена. Бля, бай криповая хуйня. Куда мне, ёбаный в рот, бля? Только что там был, блядь. Ну ладно. Блядь. Элли, я сейчас иду к зеркалам. Придется перенастраивать их вручную. Как там Строс? Нет, умоляю, не надо больше иголки. Вы должны выпустить меня. Я не могу дышать. Строс, что случилось? Выпустите меня. Эй. Он ждет меня. Ой, тут эти твари, бля, богомолы, ебать, чьи не богомолы. Ладно, let's go. А тебе похуй, что ли, на второй выстрел был или что, блядь? Кто-то еще? Конечно, блядь. Блять, да и сколько вас здесь? Можно я спокойно, блядь, пройду?
Как дела? Че с еблом? Сейчас один есть, да? Ну погнали загоняем туда. Текстовый. Город Филлипс, ага. Они ненавидят меня. Они все меня ненавидят. Я постоянно вижу их. Они сидят на жердочках, наверное. На жердочках. Наблюдают. Даже Анти. Она ждет, когда же старый город Филлипс окончательно слетит с катушек и выкинет что-то наподобие того случая, когда я выпустил всех птиц из клеток, нарушил все правила и законы. Что же я покажу им? Что такое безумие? Ты знаешь, что такое безумие? Я покажу, на что готов пойти, лишь бы выбраться отсюда. Им придется прислать сюда кого-нибудь, чтобы убрать всю эту кровь. Конечно, после этого они придумают новое правило, но я нарушу и его. Пойду прилягу, что-то я себе неважно чувствую. Очень интересно. Что, блядь? Хуяно. Да, ну снайпад просто. Это прям. Ну, по-моему. Как тебе это удается? Держишь всю эту боль внутри, и ничего не отражается на твоем лице. Никто никогда не узнает, какую вину ты в себе носишь. Никогда не узнает, какие черные мысли тебя гложут. Ты что, доебалась-то до меня, ебаный, наверное. Да, блять, мне. Что, ёбу дал? Показывает сюда, прикинь. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Стросс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. Даже на солнце надо или что, блядь?
Что тут делать-то надо, блядь? А здесь что, блядь? А, ну вот, я правильно направил, блядь. Чё вы мне пиздите, блядь? А у меня правильно направил. Ты кто, блядь? Ты кто, блядь, вообще? Ну какой-то хуй красный там был, блядь. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Стросс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. Хуйня вон, блядь, вообще. Ой, блядь, больно. Снова монстр ебанутый, блядь. Кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Стросс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели.
Как-то так примерно, да? Ну, вообще нет, блядь, но... Ну, похуй, ладно. Не, ну я хуй его знает где. Блять, в чем отсюда начинаем? Ебаный вот, блядь. Кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Стросс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. Блядь, да что нахуй? Это будет бред ебаная, если честно. Физичная, нет, это хуйня вон. Физичная была, блять. А делов-то там было, блять. Можно, блять?
не нужна. Так, поехали нам вот сюда. Так, теперь смотри. Вон так, теперь что-то с ней не то стало. Что-то с этим нужно сделать. Не понимаю, почему она не дотягивается, в этом весь прикол, видишь, она не дотягивает до сюда. Куда ты, ебаный? Странная хуйня. А почему? А вообще туда, видишь, не дотягивается вообще никак. Подожди, а почему вот эта хуйня дотягивается до туда? А, смотри, на вообще все. Здесь так. Здесь она, видишь, не дотягивает, она еще выше. Подожди. Но это надо чуть ниже туда. Они должны голубым засветиться или что-то, эти темы? Ну, типа вот. Нет? Да, прям четко туда. Видишь, прям четко туда. Ну, вот она стоит, прям четко. А тут нет, блядь. В другую сторону куда-то. Блять, замысловатая миссия какая-то, блять. Ну хорошо. Thank you.
Типа, вот так нужно сделать, хорошо. Так, Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаемся открыть кожух. Стросс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет, я обещаю. Просто подойди и помоги мне. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Господи, да их тут сотни, тысячи. Они разбегаются. Элли, убирайся оттуда. Боже мой, они лезут сюда. Беги, Стросс, беги. Элли, Элли, ответь, Элли. Блять. Элли! Элли, вы там целы? Нет. Только мы добрались до перехода, как вдруг ударил луч. Она не видит тебя. Айзек, эти твари все еще лезут в транспортный терминал. Они уничтожают все на своем пути. Дерьмо, они нас отрежут. Беги к терминалу, встретимся там. Да, нам? Короче, понятно, как нужно было проходить, блядь. Ну, ты нахуй, хуль ты хотел. Называется, блядь. Зона гравитации. Элли, ответь! Айзек, надо рвать когти к правительственному сектору, пока нас от него не отрезали! Тебе не успеть! Я успею! Успею! Система выравнивания солнечного кластера стабильна. Успеемся, успеем! Блядь, чё робот, блядь? Чё робот? Ладно, на вопрос давай. Блядь, куда мне нахуй? Я уж заебался, блядь, честно. Thank you.
Ну чешо, железный человек чешо? Железный человек чешо или что, блядь? Нормально, блядь. Элли, вы где? Мы снаружи! Скорее! Подожди, скорее. Так вот сделаем с тобой. Давай мы с тобой сохранимся здесь, как раз таки. И продолжим в следующей серии. Итак, серия очень долго получилась. Спасибо за просмотр, такая серия была. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Напишите в комментариях свое мнение о данной серии, в принципе, об этой игре. Вот, я обязательно прочитаю, мне будет очень интересно. Мне реально очень интересно ваше мнение насчет, ну, вообще, в принципе, этой серии, да, и, в принципе, насчет игры, как она вообще вам, нормально или так себе. Вот, мне пока нравится. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.